Всем моим зрителям огромный привет! С вами снова я, Юлия, и вы на моем канале. Это видео будет очень простым и легким. Я вам покажу три способа, как сделать эффект мрамора. Кому интересно, оставайтесь со мной. У нас три варианта, значит, три типсы мы перекрываем белым гель-лаком. Перекрываем во второй слой, ставим сушить в лампу. Когда наш ноготок подсох, мы снимаем липкий слой. Затем нам понадобится вот такая вот кисть. На палитре у меня гель-лак черный и топ. Мы немножко смешиваем, чтобы получить полупрозрачный. Затем вытираем кисть, набираем топ и растушевываем. И в таком виде ставим в лампу. Затем я беру, опять же, черный гель-лак и такую тонкую кисть. И делаем несколько более темных полосок. Сейчас обратно берем вот такую вот кисть, набираем топ и начинаем растушевывать. И сейчас ставим в лампу и перекрываем топом. Для второго варианта мне понадобится, опять же, эта же кисть, два фломастера и клинсер. Я уже предварительно сняла липкий слой. Нанесли немножечко совершенно фломастера. И сейчас кистью, смоченной в клинсере, растушевываем. Вот приблизительно так должно получиться. Даем немножечко приостыть, выпариться спирту.
Вот такой вот эффект у нас получился. Даем подсохнуть и затем перекрываем топом. Для третьего варианта нам понадобится гель-лак черный, и затем нам понадобится абсолютно пищевая, обыкновенная пищевая пленка. Мы ее вот так вот сворачиваем в ручках, не совсем аккуратно. И таким образом начинаем по поверхности. Видите, какой эффект? Скажем так, такой мелкий мрамор. Очень симпатично выходит. Вот такая вот красотень у нас получилась. Можем ставить в лампу и затем перекрывать топом. И все это при помощи пищевой пленки. Вот такие вот мраморные дизайны у нас получились. Последний даже и добавила немного прорисовки гель-краской без липкого слоя. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ищите меня в Инстаграме и до скорых встреч. Пока-пока!